А чё б не записать? Еда в горшочке. Вообще картошка в горшочке. С сыром на свином бульоне, с укропом, с приправой карри и солью. Третий раз делаю что-то в горшочке. Ну и фотки, наверное, выложу в контактовую группу канала. Крышка я уже закрыла после того, как из микроволновки достала на максимальной мощности. С перерывом, ну, 4 минуты достала, проверила, как там с ней. Этого укропа заложила. Потом еще через 3 минуты закинула сыра тертого. Зелень у меня тут, так сказать. Лёля где-то бог послал кусочек сыра. Вот, практически в прямом смысле. И вот картошка сама. Это уже в общей сложности оно 11 минут готовилось. Вообще хотела зафоткать и выложить в Инстаграм, но... У меня телефон, сами, наверное, знаете какой. Камера не очень хорошая там. Но я решила сначала зафоткать, а потом вдруг поняла, что у меня не переставлено с видео на фотки. И думаю, почему бы не заснять. По-моему, я очень давно уже еду такую не снимала. Посему всем привет и всем пока.